Это сложно, признаваться в любви. Потому что в жизни, наверное, мы редко признаемся в любви в таких формах, как это делают в театре. Когда мы занимаемся речью, актерским мастерством, мы учимся говорить и не бояться аудитории. Мы раскрываем свои таланты и фантазии, делимся нашим мировоззрением с нашими коллегами и друзьями для того, чтобы создать какое-то произведение, для того, чтобы попробовать свои какие-то силы в чем-то, не нужно поступать в институт для этого специально. Можно в рамках интенсивного курса и спектакль сделать, и научиться чему-то, и обогатиться, и принести счастье друг другу. Вот это самое главное. Поэтому я очень рекомендую обратить внимание на школу «Диалог». Приходите, пробуйте, экспериментируйте, раскрывайтесь, реализовывайте себя. Это прекрасный такой вот приключения в мир театра.